Накануне празднования любимого всеми мусульманами праздника Ураза-Байрам в соцсетях Кайтакского района был запущен флешмоб под хэштегом «Дети дома в Ураза-Байрам». К нему охотно подключились мальчишки и детишки с разных сел района. Они в своих обращениях призывают детей со всей республики не ходить по домам собирать сладости, тем самым подвергая себя, свою семью и окружающих риску заражения коронавирусной инфекцией. Дети Кайтакского района передали эстафету своим сверстникам из соседних Дахадаевского, Дербентского и Табасаранского района. В этом году в связи с распространением коронавируса я останусь дома, потому что я могу заразиться и принести заразу в свой дом или заразить тех, в чей дом я зайду. Нужно оставаться дома, так как в стране все еще действует режим самоизоляции. Позаботьтесь о себе и своих близких и оставайтесь дома.